Кладников под правую. Дальняя Кладников! Какой голище! И гол влетает в ворота Михаила Филиппова. Потрясающий удар! Прожил только Ярослав Скоржинников. Ну и первой лиги, 400 матчей первой лиги. Ну, согласитесь, это очень такой весомый показатель. Ох ты, здесь могло быть как опасно. И гол влетает в ворота Михаила Филиппова. Отличился Билал Билалов, номер 77. Как же здорово он подрезал мяч. Подступом штрафной. И дальше Окладников под правую. Дальняя Окладников! Какой голище! Молодой папа. Вот это да. Блестящий удар. Передача Ломакина скрытая. Но вот этот пас фактически опасность создал. Действительно, Раздорских голевую передачу отдает на Окладникова. Ну и очень легко дали Андрею сместиться дважды в центр под правую ногу. И потрясающий выстрел в девятку ворот Сергея Волкова. Он даже голову не поднимал. Можно видим сейчас прыжок Ханхуева очередной. Ну-ка. Какоев бьет и забивает. Обвел-таки в дальний угол направил. Мне кажется, вот до последнего здесь Ханхуев думал, какое же решение ему принять. Потому что, если бы все четко видел и оттолкнулся бы вовремя. Горем очень важно. С прямым конкурентом в борьбе за топ-4. Момент Алани может быть четче. Да, не забивает. Потрясающий удар. Ничего себе, Петров положил с подъемчика. Смотрим повтор. Хабалов, передача, играет защитник. Четче в касании. И вот такой теннис, волейбол. Не давая мячу опуститься. Теннисбол любят футболисты иногда поиграть на тренировках в этот вид спорта. И сейчас положил, как рукой закинул Петров в дальний угол. Ну что ж, Кирилл Большаков, может быть, он попробует Арсенал вернуть в эту игру. Хороший удар, Большаков! Я сказал об этом. Пожалуйста, просит мяч забрать Большаков. Вот то, что мы привыкли видеть как раз-таки от него в команде Кубань. Помнишь его голы? Ну и за Долгопрудный тоже. Да-да-да, но это шикарное исполнение. Ты знаешь, вот всегда радуешься, когда такие голы.